Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня в домашних условиях я приготовлю ирландский сливочный ликер Бейлис. Это, конечно, не классический ликер, который продается в магазинах, а всего лишь его имитация. Но поверьте мне, ликер получается очень вкусным и готовится очень просто. Ну что ж, приступаем к приготовлению! Для начала я взяла сырые куриные яйца, хорошенько помыла их кухонной губкой под холодной проточной водой с использованием пищевой соды. Потом яйца я вытерла насухо. У яиц я отделила белки от желтков. Белки нам не понадобятся, желтки я переложила в миску. Желтки в этом рецепте используются для густоты. К желткам добавляю ванильный сахар и все немножко взбиваю миксером. А теперь я взяла растворимое кофе, его нужно развести в небольшом количестве горячей кипяченой воды. Воды нужно брать совсем немножко, просто чтобы растворить кофе. Ко взбитым яичным желткам я добавляю подготовленное кофе. Добавляю сливки, у меня жирные сливки, 33% жирности. Чем жирнее вы будете использовать сливки, тем более такой вот насыщенный, более такой густой у вас получится ликер. Выливаю сливки. И сюда же добавляю обычное сгущенное молоко. Я буду добавлять целую баночку. Баночка у меня 370 грамм. Все взбиваю миксером в однородную массу. И теперь самое главное. Осталось добавить алкоголь. Классический ликер готовится на коньяке или бренди. Я буду готовить на домашнем самогоне. Видеорецепт приготовления домашнего самогона и сахарной браги вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Самогон у меня двойной перегонки, и я его разбавила до 50 градусов. Вместо самогона вы можете использовать коньяк, бренди, обычную водку или даже спирт. Только спирт также нужно разбавить до 50 градусов. Алкоголь я вливаю во взбитую массу и снова все перемешиваю миксером до однородности. Вместо миксера вы можете использовать погружной блендер. Домашний ликер хорошенько перемешала миксером. Посмотрите, какой он красивый получился по цвету. Очень приятный аромат. Теперь готовый ликер нужно перелить в стеклянные бутылки. Из указанных ингредиентов у меня получилось 1 литр 200 миллилитров домашнего ликера Бейлис. Теперь бутылки я закрываю крышками и отправляю ликер в таком вот виде в холодильник на 2-3 дня. Нужно, чтобы ликер отдохнул и хорошенько настоялся. Каждый день я буду доставать бутылку с ликером и вот таким вот образом хорошенько взбалтывать. Не переживайте, если в процессе настаивания в бутылке выпадет небольшой осадок. Это зависит от качества сливок. Просто возьмите бутылку с ликером и хорошенько ее взболтайте, и будет все в порядке. Домашний ликер Бейлис готов. Вот такой получился чудесный напиток. Приятного кофейно-сливочного цвета. Сейчас я его налью. Посмотрите, как красиво льется. По консистенции он получился такой вот густоватый, насыщенный. Вот такая красота. Ну а теперь дегустация. Как вы думаете, кто будет дегустировать этот напиток? Ну, конечно же, мой любимый муж. Всем привет! Итак, ирландский напиток, сделанный на нашей кухне, из нашего самогона.
И это очень приятно, видеть такой результат. Потому что по консистенции и цвету просто супер. Для коктейлей самое то. Я думаю, многие любят этот напиток, особенно женщины. И как вы убедились, готовится он очень просто, в домашних условиях. Посмотрите, какой он обалденный просто получился. Конечно, это всего лишь имитация, но какая? Ну что ж, я попробую, с вашего позволения. Вкусненько. На удивление, алкоголя практически не чувствуется. Получился очень мягкий, приятный напиток. Я думаю, это самый удачный рецепт из опробованных нами. Просто супер. Вкус и запах приятный, сливочно-кофейный. Отличный получился напиток. Обязательно попробуйте и получите массу удовольствия на праздники. Очень вкусно. А мы надеемся, вам понравился рецепт приготовления ликера Бейлис, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко и Антон Пархоменко. Смотрите наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. До новых встреч!